Для сотрудников комитета по биоресурсам и природного заказника «Чистые луга» это обычные рабочие будни – помогать подводным обитателям выжить в условиях суровой зимы. Республиканская акция «Рыбий быть» – возможность привлечь к своей работе помощников, на этот раз курсантов автошколы ДСААФ. Эта акция проходит ежегодно, как бы против замора рыбы. Когда низкий уровень воды мал, бывает то, что подачи кислорода им нету, и проточной воды нету их. И вот по поводу этого приходится вставлять камыши, то, чтобы качать то, что воду кислородом. Вход идет именно сухой трубчатый камыш. Находясь в воде, он способен долгое время быть проводником воздуха для рыб. Молодым людям объясняют, как пробурить лунки и правильно разместить в них растения. Многие курсанты мотобур держат в руках впервые. Профессионалы помогают им освоить технику и почувствовать себя настоящими спасателями. Все равно, как бы, хоть какой-то процент мы поможем, чтобы она не вымерла, там, из 100%, процентов 30 точно останется живой. Здесь ничего сложного нет, каждый может прийти так помочь, если есть желание. Примкнуть к акции могут и любители зимней рыбалки, ведь за весь день хороший рыбак бурит более 50 лунок. Оставить в каждый камыш реально и действенно считают природозащитники. Только за один день акции сотрудники комитета по биоресурсам обустроили камышами более 200 лунок. Такие же меры по спасению рыбы предпринимаются во всех 17 прибрежных муниципальных районах, а также на особо охраняемых водоемах Татарстана.